Здесь мы и восстановим ход истории. Используйте МПП на сингулярность, чтобы открыть разлом в 55-й год. Затем уничтожьте реактор бомбы Е-99, когда сингулярность взорвется. Все встанет на свои места. Приступайте, капитан. Удачи вам. Удивлены? Вы так старались взорвать сингулярность, а я взял и повторил эксперимент. Ну, отдайте мне МВП. Ренко, стойте! Мы что-то упустили. Надо как следует подумать. Историю можно изменить. История пишется победителями, а вы проиграны. История пишется победителями. Точно! Здесь дело не в сингулярности. Это же вы попали в прошлое и вытащили Демичева из горящего здания. Помните? Вы изменили его судьбу. Теперь вам придется изменить ее снова. Демичев не должен выжить. Не выйдет. Вы уже однажды пытались и не сумели. Капитан Ренко, вспомните, кто был там помимо меня. Постой! Демичева нельзя! Тем другим человеком были вы. Да, он прав. Вы и есть аномалия. Значит, чтобы исправить историю, вам придется остановить самого себя. То есть убить себя? Вы просите человека пожертвовать собой, хотя вы ошиблись? Сколько раз там уже? Боюсь, Борисов. Вы определенно не вправе давать такие указания. Ренко, не слушайте его. Вы можете спасти мир. Казалось бы, капитан, вспомните, кем вы были в самом начале. Трутнем из Улья. Я подарю вам новую жизнь. Там все, о чем вы только могли мечтать. Отдайте мне МВП. И мы будем править миром. Ренко, вы хотите стать частью этого мира? Оглянитесь! Посмотрите, сколько зла он уже причинил! У каждого реформатора были критики. Ренко, он не реформатор. Он убийца миллионов, диктатор. Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность, вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм, какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Борисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан. О боже, он мертв. Капитан, вы только что убили самого влиятельного человека в мире. Но это ничего не меняет. Чтобы исправить ход истории, вам нужно вернуться в прошлое и помешать спасению Демичева от пожара.
2-1, красный борт на связи. Вы входите в воздушное пространство каторги 12. Вас понял, красный борт. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. Не знаю, зачем они нас сюда посылают? Тут же нет ничего интересного. Военная разведка? Сборище клоунов. Молот 2-1, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, красный борт. Сколько раз видел? Не надоедает? Молот 2-1, молот 2-1. Ложная тревога, повторяю, ложная тревога. Задание отменено, летите домой. Ха, ну что я говорил? Ничего интересного тут быть не может. Верно, товарищ?